Так, пацаны, что сегодня решил проверить свой фильтр воздушный. Я сверху на фильтр цеплял такую вот марлю. Ну, вы поняли, да, сколько грязи. Это где-то 500 километров назад я чистил фильтр. Повымывал тут все, фильтр-бокс, под аккумулятором все вымыл, попротирал. Кстати, кому интересно, как крепится бак, он крепится всего лишь одним болтом вот здесь. То есть вот он, все, он двигается спокойно. Сейчас буду еще что делать, буду засверливать отверстия где-то вот здесь. И буду выводить вот эти патрубки сюда, и потом все заклеивать герметиком. Потому что надоело это, как бы грязь попадает как-то куда-то, может быть, к чему-то это приведет, может быть, нет, но здесь будет надежнее. Еще, пацаны, знаете, что думаю? Тут есть такая штучка классная, называется зажигание. Вот ее можно поменять. Сколько здесь пинов? Сейчас я вам попробую сказать, сейчас, секунду. Смотрите, короче. Получается, 8-пиновая хернюшка. Одна, два пина отдельно, 4 вместе. Вот такой вот можно найти. В принципе, попробовать вместо вот этого зажигания. То, что мне кажется, ну, оно говняное. 250, везде 250 написано, блин, пипец. Как же может быть 250 на 166 моторе? Не понимаю, да. Так что... И многие, кстати, спрашивают, блин, а как узнать, сколько у меня топлива в баке? Пацаны, берете просто бак, поднимаете, взвешиваете, и все. Все просто. Вот. Я, кстати, ну, хотел его полностью снять, но тут вот эти вот патрубки мешают, которые две половины бака соединяются, ну, соединяют друг с другом. Не знаю, там в трубке еще тем более, вот там вот в трубке шланжик этот идет. Я хотел посмотреть... Этот цилиндр полностью, ну ничего не получается. Так что вот так вот. Короче, смотрите, пацаны, вот фильтр бокс. Вот здесь фильтр ставится. Я просверлился вот здесь. В принципе, плотненько получилось. Сверлышком раз. Тут вот только какая-то щель. Но это мы сейчас все дело исправим герметиком. С этой стороны заливаем все, и с той стороны заливаем все. И посмотрим. Так, в принципе, тут никакой натяжки, я смотрю, нету. Тут изгиб хороший, карп напрямую. Тут сильно ничего не будет гулять. Поэтому все должно быть нормально. Вот, короче, вот так вот получилось. Не совсем красиво, но зато герметично. И вот они выходят у меня сюда. Можно вниз, в принципе, ну, неважно. Самое главное, что они уже будут здесь. Не по земле тянуться, а вот здесь. Кстати, пацаны, забыл такой главный такой момент. Обязательно промазывайте маслом вот этот фильтр-бокс, кожух. Обязательно. То есть, если у вас песчинка через фильтр проскакивает, то она здесь хотя бы прилипнет и будет лежать. Многие, помню, скидывали видосы, типа, Кирилла, почему у нас здесь лужится масло? Потому что, ну, масло, которое здесь было на стенках, оно просто стекло все сюда. Поэтому, ну, намазывайте здесь обязательно маслом. Я, допустим, это распырскал... масло с бензином, которым я пропитываю фильтр воздушный, такое сюда напырскал, то есть размазал все. И все. Сейчас ставлю обратно фильтр, все вот это подсобираю на место. Уже аккумулятор поставил, чистенький, помытый. Закрепляю бак и все. Ну, в общем-то, вот накинул. Все обратно, зажал. Единственное, только вот эта фишка странная торчит. Перевернуть не перевернешь вот ее, да, это-то сюда всползла вниз. Но это ладно. Вот накинул марлицу такую, зафиксировал хомутом сапуны вот эти вот, чтобы они здесь сильно не болтались, ну и в принципе в грязи здесь тоже не были, потому что здесь грязь собирается у меня, когда я через верх набираю сюда землю, песок. А еще знаете, что, пацаны, думаю, если потом вместо этого мотора вкинуть 250-ку, только хондовский какой-нибудь. Вы прикиньте, просто Racer K2, но у него двигатель будет 250-ка хондовская, там в районе 43 лошадок. Это так, на будущее.
Ну, типа, а что с ним потом можно делать? Он стоит на учете, да, но ляжет мотор. Что делать? Надо вкидывать хондовский мотор. Ну что, пацаны, вот я на прохвате. Все, уже фильтр подкинул. Скажу сразу, что завелся проще, легче, и, в принципе, обороты набирают и спадают. Намного легче, чем до этого было, потому что фильтр реально подзасрался. Реально подзасрался. В книжке написано, там чуть ли не каждые 100 километров мыть, но, наверное, это слишком часто и геморройно все это разбирать ради фильтра. Поэтому, ну, я вот в 500 километров получился. Первые 500 километров мне привезли новые его, и через 500 километров я почистил фильтр. И сейчас, ну, чуть больше, ладно, чуть больше, 700 километров я наездил на этом фильтре. Он оказался реально грязным. Реально грязным. И вот, я даже, сказать честно, заметил, как он стал ехать хуже. То есть у него как, не то чтобы провалы появились, но он не так уже стал набирать обороты, потому что ему тяжелее было. Представляете, да, в поролоне там грязь, песок. И, ну, ему тяжело. Поэтому каждые 100 километров не советую, конечно, мыть фильтр, но лучше чаще. Лучше чаще, чем никогда. Вообще, в принципе, уделяйте внимание мотоциклу, потому что есть такие люди, я их знаю, которые просто покупают мотоциклы и ничего не делают. Ни обкатку не проходит, ничего не проходит. И у них потом все и ломается, мотор клинит. И они такие: а, ну, бля, изготовитель-болван сделал плохой мотоцикл. А я нет, я нормальный. Вот, поэтому так не надо. В принципе, на этом все. На сегодня все. У меня там много видосов насобиралось. Я не знаю, когда я их буду выкладывать. Так что, если вам интересно, как я там тренируюсь, катаюсь, напишите под этим видео в комментариях.